Многие считают, что лечиться народными средствами надежней и, что главное, дешевле. Но это люди не знают, сколько стоит, например, мед, про который я вам сейчас расскажу. Итак, вот мед, казалось бы, что такого в нем может быть? А он стоит за килограмм 5000 евро. Называется сорт волшебный или эльфийский. Производитель объясняет высокую цену необычным происхождением. Дело в том, что этот мед добывают альпинисты. Улей находится на глубине почти 2000 метров в пещере. Поэтому волшебный мед обогащен уникальными минералами. Правда, я все равно не представляю, как можно вот есть то, что стоит столько денег. Это только смотреть.